За 13 дней до начала Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке доставили двухметровое число 13. Его зажгут в новогоднюю ночь. Продюсеры праздника надеются, что, несмотря на все предрассудки, это число принесет американцам удачу. Число 13 – это один из символов судьбы, неудачи или, наоборот, везения. На самом деле, новогодний праздничный настрой должен полностью изменить представление людей о числе 13. Мы все ждем Нового года и ждем цифры 13, то есть 2013 года. В общей сложности цифра 2013, которая загорится на центральной площади Нью-Йорка, состоит из 529 светодиодных ламп. Как говорят организаторы, для них потребуется всего 9 ватт электричества. По сравнению с прошлыми годами, когда лампы были галогенными и на них уходило около 40 ватт. Число 13 до 26 декабря простоит в музее Таймс-сквер, после чего его установят над площадью. Между тем, на другом конце американского континента, в Лос-Анджелесе, настроение тоже праздничное. Здесь зажглись рождественские огни. Этой традиции уже 50 лет. Новогоднюю сказку дарят людям жители одной из улиц города. Они навевают ностальгию. Я захотела сюда приехать, потому что в этом году нет ощущения Рождества. А здесь действительно погружаешься в атмосферу праздника. Я делаю это ради тех детей, которые, проезжая мимо, кричат «С Новым годом!» и «Счастливого Рождества!» Я слышу это и ощущаю праздник. Это напоминает мне время, когда я в первый раз попал в Диснейленд. Когда в Калифорнии такая хорошая погода, то огни просто необходимы. От них чувствуешь себя лучше. Для меня это традиция. Здесь выросла моя семья, и моя бабушка начинала эту традицию одной из первых. Мы вешаем огни каждый год, и после этого каждый вечер катаемся здесь на машине. Дети это обожают. Радовать посетителей огнями жители улицы будут еще несколько недель. После этого они начнут продумывать декорации уже для следующего года.